В округе завершился региональный конкурс соискателей грантов педагогического мастерства. Победителями признаны 47 молодых педагогов, среди которых 33 школьных учителя, 7 специалистов-дошкольников, 2 педагога доп. Образования и 5 преподавателей колледжей. Главное условие. В конкурсе участвуют педагоги в возрасте до 30 лет, с высшим образованием и опытом работы на Ямале менее 1 года. Победители получат гранты в размере 600 тысяч рублей. В числе счастливчиков – 3 молодых педагога из Лабытнанги. Конкурс проходил в 3 этапа. Сначала был конкурс документов, потом компьютерное тестирование, и по результатам тестирования уже отбирались те, кто проходил собеседование. Деньги будут использованы на реализацию проекта, о котором я рассказывала на собеседовании. Это формирование, развитие навыка смыслового чтения, критического мышления у ребят младших классов. И будет для этого закуплено специальное оборудование. Хочется поблагодарить наше правительство Ямальское за возможность поучаствовать в таком замечательном конкурсе, реализовать какие-то свои идеи, проекты. Очень было приятно.